Давайте сделаем опорные камни здесь. Для чего, конечно же, нам нужен кубик, который мы потащим наверх. Нижний камень мы немножечко приплюснем и вот так разделаем его. Так. И посмотрим, где он у нас находится. Находиться он должен быть вот тут. Так, есть. Теперь давайте будем это дело как-то украшать. То есть брать этот камушек, его дуплицировать, так, возможно, уменьшать, куда-то выдвигать. Ну, то есть сейчас идет такая работа по украшению фасада. Так. Далее опять. И увеличиваем. Смотрим также, чтобы у нас не расходились особо камушки, хотя это не имеет большого значения. Нам главное создать такую видимость кладки угловой. Не обязательно ровный, не обязательно одинаковый. То есть тут все полагайтесь на свою фантазию, дорогие мои друзья. Так вот. Еще раз. Еще раз. Пока не достигнем того самого момента, когда мы упремся в крышу. Так, Ctrl-D. Ну, пожалуй, вот тут мы и остановимся с вами. Хорошо. Что если нам немножечко подвинуть щит, момент, вот так, чтобы он уперся в балку-то. Раз, есть. Смотрим. Так. Выделим. Тут, видите, у нас тут произошло некоторое ерундень. Произошла некоторая. Так. Вот. Видно, да?
что у нас тут неприятность одна произошла. Так. И здесь тоже. Поэтому это дело поправим сейчас. И вернемся назад. Вот так. Прекрасненько. Тогда нам надо и этот немножечко отвинуть. Так. Есть. Ну вот. То есть мы с вами создали вот такую штуку. Теперь можем ее выбрать. Так. Угу. Надо попробовать ее. Ctrl-G сделать. Ctrl-G. Йод. Какой G? Йод. Как всегда, у меня не получилось. Ну да ладно. Я пока до сих пор не пойму, в чем тут фокус. Ладно, мы сделаем с вами следующее. Мы возьмем эту штуку и ее скопируем. Shift-D. И потащим ее по оси Y. Вот сюда. Но при этом, чтобы не было такого совпадения, мы ее rotation сделаем и по оси Z. То есть мы вот так ее сделаем, и она уже не будет узнаваема, по сути дела. Вот. Так. Да. Посмотрим опять же с этой стороны. Понимаем, что нам надо немножечко подвинуть опять вот сюда. Вот. Ну, а вот этих два, если мы их выделим, сейчас вот таким образом, мы их просто перетянем назад, вот сюда. Так. Сначала мы их скопируем, потом потащим сюда, потом развернем. Так, и разберем по оси Z. Rotation. Сейчас скажем, что rotation и по оси Z. Пич. На 90 и даже 180, мне кажется, здесь. Да. И потянем их назад по оси, конечно же, X. Таким образом мы избежали точного зеркальства. Так. Ну и теперь нам остается сделать дверь. Но так как, я говорю, мы делаем с вами совершенно такое, как бы, примитивное сооружение, то и делать мы будем совершенно примитивно. Так, мы возьмем вот этот, тут как-то образовался угол, вернее, кубик. Ага, он тут еще и с этим связался. Ой, елки-палки. Угу. И по высоте вытянем. Вот такую балку сделаем, да? И подгоним ее под самый верх. Вот сюда. Еще немножко увеличим. И вот сюда. Вот так. Вот так. Так, далее. Сделаем копию.
зато я его угнал. Сюда надо. Да, легче уничтожить я. Так. И перейдя на троечку, сделать из нее теперь уже вот копию. Просто передвинуть без лишних хлопот. Так. Почему я не делаю mirror? Ну, потому что мне надо еще раз скопировать. Так будет быстрее. Так. И развернуть ее по оси. Нет. Секунду. Это уже другая ось. Нам надо развернуть его по этой оси. Вот так, на 90 градусов. Отлично. И теперь просто-напросто ее уменьшим. Да? S. По оси Y. Ну, вот так скажем, да? Поднимем наверх. И оставим пока так. Хотя можем, конечно, еще немножко сдвинуть внутрь. Вот так. Так. Опять же копируем. Ведем вниз по оси Z. Сюда вот. Тут чуть-чуть заплющим. Тоже по оси Z. Так. Опустим вниз. И выдвинем вот этот полигон. Ну, мы можем выдвинуть как? S нажать и по X. Вот так. И теперь мне надо посмотреть, на какую величину это все. Я сейчас выделю все это хозяйство. Вот так заселектирую. А теперь я могу это дело опускать, да? Я думаю, да. Г. И идем вниз по Z. Ставим на фундамент. Так. И тут уже теперь можем без всякой сделать один камень. Так, не, подождите. Надо посмотреть, как это все выглядит. Еще раз. Отпрыгнем назад, оттащим это вперед. Правильно? G по оси. Вот так. Вот. Вот так мы его поставим. Все правильно. Сейчас проверим, как выглядит наш вот этот камушек по сравнению. Чтобы он не находился ниже ни в коем разе. Так, во-первых, он стоит неправильно. Видите, надо ротейшн ему сделать правильный. Правильный ротейшн. И чуть-чуть поднять по... Это пускай так будет. Поднять его по высоте, то есть Z. Тогда все будет правильно и верно, да? Вот. Вот так хорошо. Замечательно. Чтобы дверь была более-менее пропорциональна, GZ наверх. И тут поставим просто ручку. Ручку круглю. Обойдемся теперь без квадрата, да? Межцилиндр. Угу. Двигаем. Ротейшн по Y.
на 90 градусов, уменьшаем до невозможности, вот так, и ставим куда-нибудь эту ручку, в зависимости от того, как нам понравится. Вот так, чуть пониже, чтобы не было равновесия, равноправия. За теперь опять же можем чуть подопустить, вот так. Так, а ручку, штучку подвести к двери. Я сейчас заметил только, что некоторые камушки можно тоже, слишком однородные они получаются. Так вот, это тоже. Вот так. И теперь саму ручку. Так, вот этот и этот. Нам необходимо тоже Shift D и ввести его по оси X вот сюда. Хотя задняя часть у нас, скорее всего, не будет видно, но для порядка, знаете, почему бы нет. Вот так. И теперь нам осталось сделать типа окон. Ну, они, знаете, такие типа окон будет. Окна мы сделаем, и здесь сделаем такие камушки, как бы вот, пускай вот здесь будут камни, на которых будет закреплен фундамент. И тогда все. Поэтому нам нужно будет еще постараться сделать новое.